качество футболиста, в первую очередь, хорошего футболиста, это работоспособность, неуступчивость, ну, футбольный интеллект, это само собой. Все это, конечно же, должно присутствовать у хорошего футболиста. Но если брать человеческие качества, то не всегда футболист на поле ведет себя так же, как и в жизни. На поле ты должен быть, грубо говоря, собакой, которую может кто-то будет ненавидеть там или что-то. Без этих качеств ты не вырастешь хорошего футболиста. Ну а вне поля чувство юмора, открытость, честность. Вот эти качества я ценю в людях. Что пожелать? Ребят, относитесь профессионально к себе в первую очередь. Потому что любить футбол – это еще не все. Вы должны жить футболом, бредить им. Ну и вести профессиональный образ жизни. Тогда у вас обязательно все получится. Дерзайте!